Вот такая волосатая. Всем привет, ребяточки, с вами Александр, вы на канале Бурбон Плей, и мы с вами в этом гайде убьем красную королеву в игре Кронос за вот этого старого ублюдка, который уже много раз подох, и с этим шикарнейшим, о да, молотом. Круто улучшенного. Ладно, пойдем, не будем с вами задерживаться. Ко мне, детка! Ко мне! О, что это такое? Что это дает? А, вон как можно, оказывается. Нахрен. Сволочь. О, минус один, минус один. А, мы справились с одним. Сволочь. На, сука. Стоп, давай быстрее. Так, а ну-ка, идем сюда. А, попал. Так, мне какая-то херня вот здесь. Что это такое? А, не, уходим. Я думал, это против королевы можно использовать. А, мразь. Да ни хрена, она просто пробивает. Хватит тебе тупить. На, мразь. Так. Надо хп восстановить. Да в смысле? Уходим сюда. Опа! Быстро! Ха-ха, хорош. Сволочь. Королева, ты панов гребаная. Назад. Уходим. Давай. Надо восстановить свою выносливость. Восстанавливаем. Есть контакт. Сволочь. Ха-ха-ха! Уровень сложности, если что, средний у меня, ребята. Уходим. КП. Отлично. Ну все, тебе хана. Пизда тебе, мандавошка ты рогатая. Пизда тебе. Как, что, типа сильная? А, мразь. Сучка, на, мразота такая. Есть контакт. Очевидно, этот предмет для церемонии и ритуалов. Вы любуетесь огромными оранжевыми самоцветами, которыми усыпано его на верше. Шикарно, ребята. Мы получили какую-то хрень, короче. И тут надо что-то будет сейчас использовать, но это уже в следующей части. А с вами был Александр, вы были на канале Бурбон Плей, и небольшой гайдик, как убить красную королеву, завершен. Лайки, подписка, комменты и подписывайтесь обязательно. Пока.